Здравствуйте, ребята. Иду я сейчас пешком до машины с выставки автомобильной, очередной из многих. Но поснимать мне там лично ничего не удалось, потому что пришли мы туда всей семьей, и вы знаете, ну невозможно было с детьми там еще эту камеру доставать. В общем, мы ходили с детьми, смотрели прикольные старые машинки, корветы там разные и так далее. А машину пришлось нам поставить даже не там, где выставка, а вот чуть-чуть дальше. И вот я сейчас пешком туда иду, потому что все забилось. Очень много посетителей было. Мы просто не успели как бы заехать на парковку. Приехали к знаку «Parking lot is full». Ну и, в общем, встали вот где-то. Машины все еще вон продолжают уезжать с выставки некоторые. Но в основном уже все разъехались. То есть мы как раз успели все посмотреть, но и уже в итоге уже все начали разъезжаться. Вот здесь все места были забиты. Я даже не знаю, что здесь находится, но все места, машины здесь забили полностью. Но здесь какая-то вон контора по асфальтированию. Явно в воскресенье здесь все равно никого нет, и клиентов нет. Ну и, видимо, им не жалко уже. Да, мы до этого по дороге шли. Я сейчас тут пытаюсь вот так вот скосить. Конечно же. Вот здесь тоже вся вот эта маленькая улочка была забита машинами. Ну а теперь здесь уже никого. Ну, в общем, вот так вот прикольно походили пешком мы сегодня. А я просто решил уже пойти и на машине приехать, чтобы их всех уже забрать. А то, знаете, идти вот так всем по дороге, дети начинают ныть, мол, устали. Ну, вы же понимаете. Вот, соответственно, вот я опять шел, забыл от жары-то завести. Ладно. Узко здесь так встали, но ничего. Поедем за ними. Все, пока, ребята.